Домогаться малых выгод ценой большой опасности – все равно, что удить рыбу на золотой крючок. Оторвись крючок, и никакая добыча не возместит потери. Октавиан Август, римский император. Всем привет, это проект «Деконструкция», и сегодня у нас в гостях генеральный директор компании «Нейрочат» и «Нейротренд» Наталья Галкина. Добрый день, Наталья. Здравствуйте, Кристина. Фильм «Области тьмы» режиссера Нила Бергера впервые вышел в прокат в 2011 году. В основе картины лежит миф о том, что человек использует лишь небольшой процент потенциала своего мозга, тогда как полная активация мозговых ресурсов может открыть в нем едва ли не сверхспособности. Фильм основан на одноименном романе ирландского писателя Алана Глина. Сценарий, написанный Лесли Диксон, был продан Голливуду жестким для индустрии условием – ничего в нем не менять. Студия и создатели фильма согласились, и таким образом «Области тьмы» стал первым фильмом Бергера, которому он не писал сценарий самостоятельно. Изначально роль Эдди Мора должен был исполнить Шайа Лабаф, однако из-за несчастного случая, произошедшего с актером, роль досталась Брэдли Куперу. И именно эта смена исполнителя главной роли позволила привлечь к проекту и Роберта Де Ниро, которого не столько интересовал сам фильм, сколько работа с Купером и Бергером. На момент начала съемок отец Брэдли Купера умирал от рака, и компания пошла навстречу актеру, перенеся съемки в его родной город в штате Пенсильвания, Филадельфию, чтобы Купер имел возможность регулярно навещать отца. «Области тьмы» можно считать коммерчески успешным фильмом. При бюджете в 25 миллионов долларов картине удалось собрать в прокате 161 миллион. Фильм по большей части фантастический. Писатель-неудачник после того, как принимает некую волшебную таблетку, становится мегапопулярным, успешным и богатым. Как вы считаете, с учетом современных технологий и быстрого развития медицины и так далее, насколько этот фильм близок к реальности? Ну, в любом случае, в этом фильме, как в любой фантастике, есть доля реальности, потому что мы с вами хорошо знаем, что то, что наши писатели-фантасты писали в 19 веке, то, что рисовали французские художники в начале 20 века, сейчас мы, собственно, живем в этом мире. И то, что они представляли, как это будет выглядеть, на самом деле оказалось очень близко к тому, как это выглядит сегодня. И поэтому, конечно же, в этом фильме тоже есть достаточно большая доля правды. Хотя это, несомненно, фантастика. И вообще, вот если мы говорим о переводе фильма, да, он в российском варианте называется «Области тьмы», хотя в оригинале все-таки это «limitless», то есть это «без предела», вот так, если вот дословно переводить. Понятно, что фильм именно об этом, что у человека есть способности, которых можно достигнуть, и то есть стать, ну, собственно, и получить беспредельные возможности. Вот. И это мечта человечества. Мы все хотим расширить свои возможности, свои ресурсы. И на сегодняшний день, ну, в первую очередь, фармакология, и фильм тоже об этом, что, собственно, возникает, есть некая таблетка, выпив которую, или проглотив в данной ситуации, которую вы можете серьезно расширить свои возможности. На самом деле в мире неврологии, в мире психотерапии и в мире, так скажем, психоневрологии действительно существует много лекарств, которые пытаются, ну, как минимум, например, замедлить процесс старения мозга. Или которые помогают там в том, чтобы сохранить память. Поэтому это имеет основу, это имеет нормальную основу, возможность, опять-таки, проглотив, съев какую-либо таблетку, получить расширение своих возможностей. Мы знаем об этом и по наркотикам, мы знаем об этом по ноутропам, которые, приняв которые, человеку действительно возникает, так скажем, большая ясность сознания. Другое дело, как эти лекарства разные люди переносят. То есть, потому что у всех у них, если мы вот возьмем любое неотропное средство, ну, во-первых, они все-таки все рецептурные. И все-таки не рекомендуется их принимать просто так.
А во-вторых, собственно, если мы посмотрим побочные эффекты, то там всегда такой большой список побочных эффектов, которые возникают, которые влияют, так скажем, таблетка, влияя на вашу ясность сознания, тем не менее, может нанести серьезный вред вашим внутренним органам. В зависимости от того, ну, какая у вас генетика, какой вы образ жизни вели, как и какие у вас там есть предрасположенности к каким болезням. И в данной ситуации они могут повлиять там, на почки, на печень, на сердечно-сосудистую систему. Касаемо наркотиков, в фильме как раз рассказывают о том, как химический именно препарат влияет на мозг человека. И известный факт, что существуют микродозы ЛСД, по слухам, даже в Силиконовой долине применяют их для развития креативности, для увеличения работоспособности мозга. Я знаю, что большая часть хакеров тоже любят принимать микродозировки ЛСД. Потом я смотрела недавно очень интересный фильм, который называется «Еще по одной». Там группа преподавателей собирается, значит, в компании. Жизнь им не кажется такой яркой, их лекции особо никто не слушает. И они, значит, ставят эксперимент, основываясь на том, что человеку с детства не хватает количества алкоголя в крови, и якобы если по утрам принимать, там, выпивать по бокалу вина, жизнь станет более насыщенной, интересной. И сначала, значит, все это меняется в лучшую сторону. Студенты с интересом слушают их лекции, в итоге они скатываются к алкоголизму. Вот. И расскажите, пожалуйста, этот фильм, мне кажется, какой-то отчасти небольшая пропаганда наркотиков. Кстати говоря, этот фильм, о котором вы рассказали, он действительно чудесен. То есть он просто прекрасен, и его можно там советовать смотреть всем тем, кто смотрит сейчас нас, потому что он действительно очень занятен. И там очень хорошо показано, как люди становятся зависимыми. Как, собственно, начиная с какой-то разумной истории, там, с бокала красного вина там, по утрам или с маленькой дозы, и, в общем, замеряя ее, потом действительно не могут остановиться. То же самое, собственно, происходит и с наркотиками. И если мы говорим о тех механизмах, которые там происходят там, в нашем мозге, когда мы используем наркотики, вот вы говорили про ЛСД и про Силиконовую долину, зачем нам далеко с вами ходить, мы можем вспомнить про мельдоний. Про весь этот скандал, как раз связанный со спортсменами, которые тоже усиливают способности. Но, в принципе, мельдоний, например, даже сейчас применяется и рекомендуется очень часто, если у людей, например, после ковида какие-то проблемы, конечно, это должен сделать врач. Конечно, там, ну, собственно, врач должен порекомендовать. Тем не менее, он продается без рецептов в аптеках наших. Вот. И в этом смысле, то есть вот как отличить там слабые наркотики от сильных, как, собственно, понять, что сегодня для тебя необходимо для того, чтобы поддержать твою работоспособность, предположим, на период там сессии или на период, когда ты четко знаешь, что у тебя сейчас будет очень тяжелый стрессовый период, и как после этого не стать зависимым там от этих там препаратов, от этих лекарств, потому что, к сожалению, самое неприятное во всей этой истории то, что ты можешь стать зависимым. При том, что мы с вами знаем о племенах майя, то есть это не то, что вот это придумал современный мир. То есть, в общем, наркотические средства и алкоголь были всю историю человечества. Другое дело, в каких дозах, как он применялся и к чему он приводил. И опять-таки, знаете как, мы все в студенчестве могли чем угодно баловаться, мы все выпивали алкоголь, тем не менее, почему-то из там, ну так скажем, курса, да, все дальше нормальные люди, а вдруг кто-то один становится алкоголиком или наркоманом. Почему так происходит? Это же всегда такой главный вопрос, почему так происходит? Была ли какая-то предрасположенность конкретно у этого человека? Может быть, генетическая предрасположенность, потому что все-таки сегодня те же врачи склонны считать, что алкоголизм – это болезнь. Так же, как и наркомания, так же, как и игромания. То есть вот, собственно, такие зависимости, что это все-таки уже болезнь, которая сначала начинается на уровне психологическом, а затем уже затрагивает органические изменения. И уже тогда, то есть человек там не может из этого состояния самостоятельно выйти. То есть ему требуется медицинская
помощь. И, собственно, почему основная масса людей может спокойно в празднике выпивать там, бокал шампанского или рюмку водки и не становится алкоголиками, да? А кто-то становится алкоголиком и получает там, вот эту зависимость. Ну, смотрите, известный факт, что и наркотики, и алкоголь очень сильно влияют на мозг. Конечно. Но мы знаем в истории много великих, гениальных людей, которые либо выпивали, либо принимали наркотики до старости лет. И несмотря на это, даже в пожилом возрасте, в преклонном, они могли решать какие-то сложные задачи, а потом притворять в жизнь какие-то гениальные идеи. Через какое все-таки время наркотики и алкоголь могут разрушить мозг? Это вопрос, какие наркотики и какой алкоголь. То есть, опять-таки, если это хороший алкоголь, и если этот алкоголь в небольших дозах, то есть люди, которые, у которых нормально существуют ферменты, которые его перерабатывают. И они, в общем, будут до конца своей жизни могут позволять себе там, небольшие количества алкоголя. В общем, очень сложную с вами, очень такую опасную тему затронули. То есть мы ни в коей мере не пропагандируем сейчас использование там, алкоголя, там, наркотиков или каких-либо психотропных веществ для того, чтобы поддерживать свой организм. На самом деле, еще раз хочу предупредить всех, кто нас смотрит, что это опасно может быть для вас, что вы можете оказаться тем самым, который станет наркоманом или алкоголиком. Все-таки. И что в этом смысле здоровый образ жизни и нормальные, так скажем, тренировки мозга, потому что что делает алкоголь, что делают наркотики? Они разрушают связи. То есть на самом деле то количество нейронов, которые у нас есть в мозге. Вот ребенок рождается уже с тем количеством нейронов, которые есть и у взрослого человека. Более того, в процессе жизни количество нейронов уменьшается. Там не критически, но тем не менее там уменьшается. И когда? А в том случае, когда уменьшается критически, либо из-за какой-то травмы, либо из-за каких-то нейродегенеративных заболеваний, тогда, в общем, человек, ну, собственно, теряет там сознание и становится больным человеком. Вот. И самое-то главное не в том, какое количество, их 90 миллиардов, а дело в том, какое количество связей образуется и, собственно, как дальше эти связи работают. Смотрите, изначально считалось, что мозг — это такая некая жесткая структура, и то, как он будет сформирован к 18 годам, с таким же мозгом мы проживем всю свою жизнь. А сейчас я много книг, даже есть про нейропластичность и про то, что за счет мы каких-то своих мыслей и действий можем поменять структуру мозга. Можете поподробнее рассказать? Опять-таки, давайте понимать, что вот то количество нейронов, с которым вы родились, то и будет, вот те самые там 9 миллиардов. Другое дело, почему говорят о пластичности? Потому что это разговор о тех связях, которые возникают. Значит, вот каждый, вот дальше в течение первых лет жизни, примерно до 5-7 лет, у ребенка возникают нейронные связи, то есть прорастают отростки. И у каждой клеточки, у каждого нейрона может быть там от 5-8 тысяч связей. А если мы возьмем мозжечок, который у нас отвечает за двигательную активность, то там больше 100 тысяч связей образуется. Именно поэтому у нас есть вот эта мелкая моторика. И на самом деле ведь об этом тоже там очень много говорят сегодня и пишут, что вот, например, мы там сегодня не сможем сделать вышивку, которую делали мастерицы, там, в прошлом, в позапрошлом веке. У нас уже нет такой тонкой моторики, она нам не нужна. Почему на самом деле все равно письмо, вот пропись? То есть вот это тоже такая тонкая моторика, почему так над почерком всегда работали? Потому что это, в общем, тренировка, там, в том числе, и там, мозга, и тренировка возникновения вот этих связей. И когда мы говорим о пластичности, то как раз, ну, грубо говоря, у вас количество нейронов разное. Но в момент, когда там, вы что-то делаете, да, у вас возбуждается, ну, во-первых, опять-таки, вот эта вот как это, мифическая история о том, что мы задействуем только там 10%, 7%, 20% мозга, вот, она откуда взялась? Понятно, что на самом деле просто вот когда, то есть передача
информации в мозге, в нервной сети, в нейронной сети, но не в нейронной сети, как бы, которая программа. Потому что сегодня еще есть такая путаница, нейронные сети, которые алгоритмы математические часто называют, нет, а именно в настоящей, то есть в мозге человека, то здесь что у нас происходит? В собственно, нашей нейронной сети у нас возбуждение, да, проходит в виде импульсов. И если по нервной клетке пробегает условно там 3-5 там, до 10 импульсов в секунду, то в общем считается, что она спит. Хотя на самом деле она не спит, она готова работать. Но при разных, понятно, что вот тут две стороны одной и той же медали. Насколько вообще полезно, если будет возбужден весь мозг? Вот на самом деле эпилептический припадок происходит, когда возбуждение в мозге превышает 20%. Опять-таки, когда мы говорим возбуждение в мозге, мы говорим не о возбуждении всего мозга. Вот тут тоже надо понимать. Мы говорим только о возбуждении коры головного мозга. А кора головного мозга на самом деле составляет примерно там, 20-30% нейронов от всего. Более того, как бы я уже об этом сказала, что если там, в коре головного мозга формируется, там каждый нейрон формирует там 5-8 тысяч связей с другими нейронами, то в мозжечке, который отвечает за двигательную активность в первую очередь, у нас формируется там больше 100 тысяч связей. Вот, поэтому здесь же тоже вопрос о чем? Вопрос в том, что такое пластичность. Пластичность — это новые связи. То есть это если какой-то участок мозга поврежден, например, но поврежден не критически для жизни человека, то другие клетки мозга могут взять на себя эту функцию. То есть ты как бы заново будешь учиться что-либо делать. И по этому поводу огромное количество, конечно же, экспериментов проводились в течение всего прошлого столетия. И написано огромное количество книг и известными нейрофизиологами, и известными психофизиологами в поисках вообще решения, где живет наше сознание. На самом деле узнать-то мы хотим, а где живет наше сознание. Первое, а второе узнать, а как расширить те самые ресурсы мозга. То есть как сохранить вот эти связи? А сохранить связи можно только одним способом. Их надо тренировать. Ну, то есть, понимаете, если вы перестаете там что-либо делать, да, и связи между нейронами не возникает, ну, то есть, ну, вот просто этот участок никак не задействован, то через какое-то время эти связи разрушаются. Вот, между нейронами, и вы теряете там эту способность. Или, там, как мы говорим, там, ну, сегодня там все забываете. Ну, вот, опять-таки, когда происходят какие-то кровоизлияния, вот, инсульты, ну, сложные вещи, или какие-то аварии там происходят, которые на самом деле, собственно, опять-таки, давайте, что такое авария? Авария — это не то, что вам отрезали кусок мозга, да? Вас ударили, там порвались сосуды, возникла гематома, да? И на самом деле часть клеток нервных, да, оказалась там поражена и умерла там, от удара. Да? Вот. И понятно, что эта область совершенно очевидно отвечала за какие-то важные функции, ну, в зависимости от того, там, куда пришелся удар или как, где, в каком месте случился инсульт, в каких зонах там, мозга. Вот. Но когда говорят о пластичности, это как раз, что мозг очень пластичен. И это как раз говорит о том, что в целом мозг — это такой единый орган, и он способен взять функции, собственно, ну, соседние отделы способны взять функции пораженных участков и потихонечку восстановить. Может быть, вы будете там, условно, если у вас поражена там речевая область, может быть, вы будете не так быстро и легко говорить, ну, в зависимости от поражения, а может быть, будете говорить так же, как и раньше. Вот. Но вы будете говорить, вы будете иметь возможность выразить там свои мысли. Опять-таки надо смотреть, что и как поражено. Сейчас какое-то повальное увлечение медитацией. Там куча книг, начиная с, там, с начала 2000-х «Вниз по кроличьей норе», которая говорит, что за счет силы мысли мы можем изменить свою жизнь, свою судьбу. Также я там читала какие-то книги, даже врачи пишут о том, что они помогают излечиться тяжелобольным людям с помощью тоже силы мысли.
А как вы считаете, медитация и некие аффирмации в голове, они могут создать какие-то новые нейронные связи в голове? Ну, вот смотрите, я бы сказала, что для некоторых, ну, для многих людей эти практики крайне полезны. А почему я говорю для там, многих людей или части людей? Да, мы не знаем на самом деле, какой части это особенно полезно. Потому что в основе этого тоже лежат определенные механизмы там, нашей мозговой деятельности. То есть мы все рождаемся с уникальным набором генов, и мы все рождаемся с уникальным мозгом. И дальше, опять-таки, чем дальше, когда мы растем с вами, да, у нас вот образовываются вот эти связи нейронные, ну, основные, которые, в общем, дальше и формируют нас, значит, как, наверное, как личность, все-таки скажу это, да. И это зависит от того, собственно, с чем вы контактируете, то есть на что вы смотрите, как вас обучают, что, как вы там, какие у вас отношения с родителями, как они к вам относятся, потому что мы же там все знаем эффект Маугли. Вот возьмем Маугли, да? Но вот как бы в сказке одно, а в жизни такие же дети известны. Они уже не могут во взрослом возрасте научиться разговаривать. То есть определенный период, в течение которого они, соответственно, их можно, может человек обучается говорить. Есть очень, были очень жесткие там, эксперименты, которые связаны со зрением тоже. Когда там, котятам зашивали глаза и, собственно, уже открывали их после того, ну, когда они достигали там, определенного возраста взрослого. И эти котята были слепыми. При том, что у них абсолютно, вот, у них не образовались связи, которые распознают вот эти образы. И уже там, после во взрослом возрасте восстановить обратно это оказалось невозможно. То же самое, что там, с речью там, Маугли. Да? Вот. И здесь получается, что мы все очень разные. И у нас у каждого индивидуальный опыт дальше в процессе нашей жизни. И поэтому для кого-то хороши там, практики медитации. Да? Но на самом деле однозначно для всех очень важно умение сосредотачивать внимание. Ну, то есть, вот, знаете, сегодня, наверное, вы тоже очень много об этом слышали, очень много разговоров, что у сегодняшних детей там прямо они находятся на грани такого заболевания, синдром дефицита внимания. Вот. Почему? Потому что огромный информационный поток, в котором мы сегодня живем, это действительно проблема. И одна из самых важных задач сегодня — научить там, того же ребенка или там, нам, себя, даже во взрослом возрасте, научиться концентрировать внимание на определенном виде деятельности. И вот эта вот концентрация внимания на определенном виде деятельности, она позволяет быть более эффективным. И на самом деле оказалось, это к вопросу о нашем фильме «Области тьмы», что, собственно, важнее, и что в механизмах мозга на сегодняшний день, прям есть такие исследования, важнее научиться концентрироваться на одном виде деятельности, и тогда, на самом деле, активность мозга будет меньше, чем одновременно на нескольких видах деятельности. Потому что вот то, что я говорила, что если у нас будет активировано там, больше 20% мозга, это может привести к эпилептическому припадку, к судорогам, то есть количество импульсов будет такое большое, что, собственно, человек этого не сможет выдержать. А когда он, если он умеет хорошо концентрироваться на каком-то виде деятельности, то у него будут работать только специфические, собственно, нейроны и нейронные связи, связанные с этой деятельностью. И он будет более эффективен на самом деле, чем если он одновременно будет задействовать большое количество нейронов и нейронных связей. И в этом процессе есть одна сторона — как научиться концентрироваться, а вторая сторона — как научиться расслабляться.
И вот на самом деле для всех полезно научиться расслабляться и отдыхать, и давать своему мозгу отдых. И в этом смысле медитация один из самых, ну понимаете, да, ведь это самых, один из самых лучших инструментов, да, научиться расслабляться. Потому что когда вы медитируете, вы что пытаетесь делать? Вы пытаетесь освободиться от всех мыслей. А значит, вы пытаетесь, собственно, такую создать связь со своим мозгом, чтобы у вас не было никаких мыслей, чтобы, собственно, довести это возбуждение до минимального уровня. И, естественно, дальше, когда вы возвращаетесь из этого состояния, конечно, я сейчас немножко тоже, как бы там, ну, примитивизирую ситуацию, возвращаетесь из этого состояния, и, например, там вам надо, вы хотите, ну, условно, там, прочитать какую-то книгу или стихотворение, оно у вас прям запоминается. Вы понимаете, вы делаете одно действие, и на фоне отдохнувшего мозга и готового мозга к работе у вас естественное ощущение возникает, что вы прям энергией напитались, и что вы просто способны там, и там, запоминать лучше, и креативить что-либо. То есть у вас такое чистое, ну то, что говорят чистое, вроде как возникает ощущение чистого сознания. Но в этом есть основы в наших механизмах того, как мы воспринимаем информацию, как мы ее перерабатываем и как работает наш мозг, как работает наша нейронная сеть. Конструктивная деконструкция с Натальей Галкиной. Смотрите, по поводу работы мозга. В фильме, когда предлагают главному герою таблетку, говорят, что обе части полушария будут задействованы одновременно. Насколько это возможно? Ну, смотрите, у нас, в принципе, оба полушария там задействованы. Просто есть такая научная, ну, научная концепция была отработана в прошлом веке. Есть такой ученый Майк Газанига. Есть, кстати, прекрасная его книга, написанная им уже не так давно, вот в последнее там десятилетие, которая называется «Кто за главного?». То есть кто управляет мы мозгом или мозг нами? Как раз у сознания, она прекрасна, там огромное количество примеров, но, собственно, в прошлом веке еще как раз он выдвинул гипотезу о доминантности полушарий. А, опять-таки то, что правое творческое, да, а там, левое логическое, да, на самом но деле... Но, я так понимаю, это уже опровергли давно. Ну, не то, что опровергли, понятно, да, что уже сейчас понимают, что это не совсем так, что на самом деле полушария между собой связаны, что есть, опять-таки, люди, там, там так же, как правши-левши, да, а есть амбидекстры. Те, кто и правой, и левой рукой владеют одинаково, и огромное количество есть переученных левшей, и они прекрасны на самом деле, вот, и они на самом деле переученные с точки зрения писания, они пишут, например, правой рукой, потому что их переучили, но при этом там много важных функций, много важных действий для них важных, там выполняют там левой рукой, там, гвозди забивают. Ну, как пример. Вот. Поэтому, в принципе, оба полушария в любом случае важны. И вот это как раз здесь пластичность нервной системы, значит, позволяет, пластичность нейронной сети позволяет одни функции брать, собственно, ну, одни функции брать разными, одни и те же функции брать разными отделами мозга. При этом, на самом деле, опять мы понимаем, что у нас оба полушария связаны. Там есть мозолистое тело, и у нас пучки идут из, ну, то есть нейронных связей из правого полушария в левое, из левого полушария в правое. Вот как раз в том числе в книге там Газаниги приводится много экспериментов, которые проводились, например, для того, чтобы помочь людям с эпилептическими припадками, чтобы не возбуждался весь мозг и правое, и левое полушарие, что не приводило бы к эпилептическому припадку, рассекали вот это мозолистое тело. То есть нарушали связь там между полушариями. И у человека происходило раздвоение личности. Я, кстати, про это читала, как раз хотела вас узнать. Я читала, что у него во время разделения, получается, в голове создается два сознания. Ну, опять, вот знаете, это вопрос, что такое сознание, Кристина, это вопрос, что такое вообще, что это такое сознание, очень философский, да, больше да вопрос. Что такое сознание и где оно живет, что такое душа, да, и где оно живет, и душа, и сознание, это одно и то же или разное. А еще вдобавок, как мы с вами живем в России, русский язык очень богат
У нас очень много там терминов, ну, на самом деле, говорящих об одном и том же. Поэтому вот где живет там наш... там, где живет наш разум, где живет наше сознание, где живет наша уникальная личность. Что такое личность? Личность — это сознание. Это, кстати говоря, тоже к вопросу там, о там, тех фильмах, которые мы сегодня обсуждаем. Или все-таки это что-то другое. Да? Вот. Поэтому все-таки это такой вопрос философский, на который мы хотим ответить, а кто мы есть. И, то есть, и что с нами происходит. То есть у нас есть тело, да, и у нас есть там сознание, у нас есть там разум. И как они взаимодействуют с телом? Что происходит с сознанием, когда тело умирает? Ведь на самом деле никто об этом не знает. Все-таки давайте будем честными. Оттуда никто не возвращался. А если это возвращались, ну, те, кто возвращались, как мы говорим, из комы, а была ли это смерть? То есть это мы назвали, да, там, клиническая там, смерть, да? На самом деле это состояние комы, и все равно органы продолжали работать. А вот вы говорите про раздвоение личности. Угу. Возможно ли это как-то вылечить? Или если у тебя Нет, постепенно потом, собственно, все восстанавливается. То есть через некоторое количество времени возникает либо там, ну, собственно, мозг справляется с этой задачей за счет как раз пластичности и сводит все как бы, все равно к одному. К одной личности. Хотя есть масса примеров в психиатрии, когда у людей, не связанные с каким-либо разделением, когда у людей возникает не раздвоение, а там множественное, очень много личностей в человеке живет. До 12, по-моему, да, их может быть? Там есть даже больше. Больше? Да, да, да. Это серьезная патология, там, это, об этом лучше говорить с психиатрами, с серьезными психиатрами, они бы вам рассказали об этом подробно. А вот вы говорите про богатый русский язык. Хотела вас спросить про изучение языков, потому что в фильме, конечно, показывает такая сказка. Он там даже не то, что изучает языки, он просто их слышит и начинает уже сразу на них заговаривать. А для того, чтобы обычному человеку выучить другой язык, особенно относящийся к другой языковой группе, у него в мозгу должны сформироваться определенные речевые центры. А как вы относитесь к курсам, которые там обещают научить говорить на языке там, за месяц, за два месяца? Ну, смотрите, я отношусь скептически, но при этом я считаю, что в любом случае это крайне полезно, особенно вот во взрослом возрасте, потому что это потребует огромных усилий, потому что если мы в детстве, собственно, обучаемся легко, потому что у нас есть, ну, как вот этот период, в течение которого нам просто это все дается, очень хорошо за счет того, что как раз происходит формирование вот этих вот связей нейронных, да, новых нейронных связей, и у них большой потенциал. Поэтому мы в детстве, естественно, нам проще и легче там выучить язык, и крайне трудно это сделать во взрослом состоянии. Но тем не менее, как к этому относиться? Если к этому относиться как к тренингу, к тренировке мозга, то это прекрасная тренировка мозга. Потому что что вы делаете, когда вы учите язык? Вы пытаетесь запоминать слова. То есть вы тренируете свою память. Для того, чтобы вам натренировать свою память, вам надо сконцентрироваться на этой деятельности. То есть вы просто тренируете свои когнитивные способности. Но сказать, что, опять-таки, вы за месяц там выучите язык, ну, какие-то простейшие вещи, самые примитивные, вы, конечно, выучите. Опять-таки, зависит. Чтобы не умереть с голоду в другой стране. Да, зависит. На самом деле, в фильме действительно это очень интересный момент, что он только слышит язык и моментально начинает там на нем говорить. Конечно, в реальной жизни происходит не так, не совсем так, но тем не менее есть люди, которые называются полиглоты, то есть которым очень легко даются языки, значит. Это в любом случае некая там тоже предрасположенность. Но тем не менее, да, они очень быстро, и я там, ну, в моей жизни такие люди, естественно, встречались тоже. И это очень интересно за этим наблюдать. Он, конечно, не начинает говорить, но оказавшись в другой стране, то есть он за очень короткий срок, ну там за очень короткое время, вот начинает уже выхватывать и понимать, и очень быстро запоминает. Там, ну, какие-то простейшие вещи, но это все равно обучение. Для того, чтобы он на этом языке бегло заговорил, как это показывается в фильме, конечно же, он должен его учить. И еще раз хочу повториться, изучить язык в детском возрасте
существенно проще, чем во взрослом. И если мы даже возьмем те же самые языковые курсы, они же, когда делают рекламу, они, в общем, ну, в любом случае все стараются, ну, все стараются все равно, как бы, знаете, как подчеркнуть лучшее и не акцентировать внимание на каких-то там более сложных там вещах. Да? И поэтому, естественно, как бы на эти курсы приходят не только взрослые люди. То есть туда приходят и детей приводят, и молодежь. И, конечно, дети обучаются быстрее. И они ни в коей мере там не то, что не обманывают, говорят, да, там, что вот да, там, за там, месяц действительно ребенок может не выучить язык, ну, какого-то первого уровня там, достичь, и какими-то простыми, там, и, может быть, эти простые вещи будут чуть сложнее, чем то, что выучит взрослый человек за это же время. Поэтому тут, ну, я говорю, надо к этому просто относиться немножко скептически и понимать, что никакой таблетки пока, которая позволит вам съесть таблетку, пойти на курсы и через месяц бегло заговорить на другом языке, пока, конечно же, нет. Хотя есть люди, у которых есть предрасположенность. Как есть люди с абсолютным музыкальным слухом, так же есть люди с предрасположенностью к языкам. Вот. Более того, на самом деле, в нашем мозге, вы, наверное, тоже это знаете, читали, языки не смешиваются. И на самом деле, если вы хорошо, вот нормальные билингвические люди, то есть они переключаются, у них нет смешения языков. Смешение языков — это как раз недоученность языка. Угу. Потому что если вы его хорошо знаете, будете владеть из детства, у вас просто будет происходить переключение. И переключившись на другой язык, вы будете и думать на этом языке. А давайте еще вернемся к нейроанатомии. Мы немножко обсудили изменения центральной нервной системы. Вы занимаетесь нейромаркетингом и изучаете способы воздействия на покупателей, правильно? Вот вы знаете, это как две стороны медали. Как всегда говорят, во вред и во благо. Вот когда я рассказываю о том, чем я занимаюсь, я говорю, мы изучаем восприятие. Так как это все-таки нейромаркетинг, то восприятие в решении экономических задач и восприятие именно нашего потребителя, потенциального потребителя и вообще потребителя такого в широком смысле слова, а не способов воздействия. То есть мы изучаем, как человек воспринимает. И то, что мы можем сделать, и то, чем мы можем быть в любом случае там, полезны, мы... Знаете, как когда-то мне один очень, ну, не буду сейчас знать, но очень известный режиссер сказал, когда я делаю фильм, я знаю, что я хочу донести людям, какое основное там сообщение, какую основную идею. И использую, понятно, весь свой творческий потенциал, чтобы донести эту идею. Но на самом деле я не знаю, а он понял ее или нет. И вот в данной ситуации мы можем совершенно четко показать, собственно, понял или не понял человек то сообщение, которое заложили в фильм, в рекламу, в шоу, в компьютерную игру. Вот. И если где-то что-то не понимает человек или ему не нравится, мы можем сказать, почему, что сделано не так в этом там аудиовизуальном контенте и почему человек там это не воспринял. Ну, например, да, там мы... Это очень простой пример, который я там всегда привожу. Да? Мы показываем там, какую-то там, рекламу или там, идет какой-нибудь там, фильм. Да? И там есть сюжет. Да? И есть главные герои, которых там понятно, что все внимание наше зрительское с вами, как потребители этого контента, сосредоточено на этих главных героях. И эти главные герои, например, там, в процессе там, движения по сцене оказались там, в правом верхнем углу. Да? И после этого сменилась сцена. И там ничего нет. Что делает наша зрительная система и наш мозг? То есть вот мы внимательно наблюдали, нам страшно и интересно, сменяется сцена, там ничего нет. Что у нас возникает? Ориентировочная реакция. Мы сканируем пространство и ищем тот следующий значимый объект, на которую мы, опять-таки, сконцентрируем внимание дальше для того, чтобы смотреть этот фильм. Да?
Это называется разрыв в зрительном восприятии. Если таких вещей будет много, то есть любой оператор, который работает там, в кино, знает, что должна быть непрерывная зрительная сцена. То есть если вы довели там, главного героя в правый верхний угол, то после того, как сцена сменилась, значимое событие должно начинаться примерно там же. Угу. Или если вы работаете там, с продакт-плейсментом, вот ровно там должен оказаться тот бренд, да? Очень ненадолго, но тогда он отфиксируется. Да? И опять-таки вся сюжетная линия должна выстроена быть так, чтобы этот бренд не был здесь вставным зубом, когда все скажут, ну вот. Вы говорите, отфиксируется, а как же огромное количество информации, когда сложно воспринимать? Вот ты, например, даже едешь по городу, у тебя кругом рекламные плакаты. Как на фоне такого большого количества рекламы можно повлиять? Опять вот это прям правильно, вы вопрос очень хороший задаете. Мы проводили такие эксперименты. На самом деле человек очень такое хорошо адаптируемое существо. И на самом деле мы на сегодняшний день научились абстрагироваться. Ну иначе просто мы бы сошли с ума. Да? Это наша защитная реакция. Мы на самом деле абстрагируемся от визуальной информации примерно там в 2,5-3 раза легче, чем от аудио. То есть вот, ну, вы даже обратили внимание, если так вспомнить, предположим, ну, может быть, вы в меньшей степени, а я так точно, да, когда там 20 лет назад, да, мы обращали внимание на рекламные плакаты, их было немного, это было интересно, там были креативные идеи, потом вот этот информационный поток нарастал, и билборды практически перестали работать. Да, и ушли в другие инструменты. А сейчас вообще в диджитал там инструменты. Да? Потому что это, опять-таки, это наша естественная реакция, потому что наша зрительная система начала утомляться и переутомляться. И мы абсолютно стали как приспосабливаться. То есть мы очень там, и мы приспособились, мы стали от нее абстрагироваться. Иду, не смотрю ни на что. Более того, я говорю, мы проводили такие эксперименты, там, в том числе при езде по городу. Когда-то они были чисто социологические, когда людей опрашивали, а после этого прямо в оборудовании. И мы понимаем, что на вот внешнюю рекламу, да, ну, пассажир там чуть больше времени тратит, а водитель, в принципе, там тратит меньше процента своего внимания. При том, что, на самом деле, он достаточно много внимания теперь отдает навигатору, и, соответственно, там та же у нас был очень интересный, он публичный, и он есть в открытом доступе, кейс с Яндекс.Транспортом как раз по восприятию рекламы в навигаторе. И действительно, вот эта реклама воспринимается сейчас лучше, потому что его внимание больше сконцентрировано на навигаторе относительно, так скажем, относительно любой уличной рекламы, вот так скажем, ну, грубо. Вот. И это не значит, что он все время сидит там. Но, в принципе, там достаточно серьезный ресурс внимания. Вот. Мы действительно там, понятно, себя как абстрагируем, вернее, мы себя стараемся избавить от излишней аудиоинформации, ну, наушники. Огромное количество живет в наушниках и в своей музыке. Да? И то, от чего мы пока, на самом деле, вообще не можем абстрагироваться, это, конечно, запахи. И, конечно, сейчас ковид сыграл злую шутку. Потому что реально даже у тех людей, кто выздоравливает, восстановление вот этой обонятельной идет очень по-разному. И очень многие жалуются, вернее, как не жалуются, а отмечают, что теперь они не так воспринимают запах и вкус, как это было до того, как они болели. Но на самом деле это то, от чего люди не могут абстрагироваться, как от зрительной информации. То есть не могут себе сказать «не чувствую запах». Или там могут сказать «не смотрю» и «не смотреть». Да? Могут на самом деле надеть наушники и не слушать, а от запаха куда деться. Поэтому сегодня так активно в том числе развивается аромамаркетинг. Угу. Мы понимаем. И здесь тоже важно не приборщить. Ну, как в любом. Потом будем нас это затыкать. Не просто, а будут аллергии. И будет, на самом деле, как раз отторжение бренда, где вот это вот прям удушающий запах. Вот. И поэтому то, чем занимается нейромаркетинг, это все-таки не воздействие. Да? Это все-таки восприятие, то есть как потенциальный покупатель, потенциальный потребитель там, воспринимает
информацию в любом виде, в каком бы она ему ни подавалась. И при этом, как сделать так, чтобы донести сообщение до своей потенциальной аудитории. Потому что, ну, предположим, я там потенциальная аудитория какого-то продукта. Мне же тоже трудно разобраться, понимаете, в этом информационном потоке. Поэтому, собственно, тот, кто делает для меня продукт, должен найти такие крючочки, ну, такие вот, собственно, способы, чтобы я хотя бы обратила внимание. Если я обращу внимание, то говорить о том, что я пойду и куплю, нет. Но я уже буду рассматривать все-таки. Mm-hmm. То есть у меня возникнет желание, да, там, предположим, все-таки обратить на это. Значит, я дальше почитаю об этом. Или там поищу там, их где-то информацию о них. И дальше уже все равно приму решение, там, нужно мне это или нет. Все-таки давайте понимать, что мы люди разумные, и все-таки мы хотим принимать решения самостоятельно. Но для этого, да, мы должны иногда себя притормаживать. Вот. Но говорить о том, что можно там кого-то, да, существует проект запрограммировать, и человек будет там, как зомби-покупатель, нет, это крайне сложно. На самом деле никто пока этого сделать не сумел. А можете, как экономист, прокомментировать эти сцены, где наш главный герой в фильме «Области тьмы» может проанализировать рынок и предугадать исход торгов за счет слухов, которые происходят вокруг него? Ну вот смотрите, мне кажется, тут вопрос не столько был, это действительно замечательная там сюжетная линия, когда на самом деле здесь как раз речь идет о том, что он учитывает настолько большой объем информации. Собственно, он может... И перерабатывает, да? И может ее переработать и увидеть в ней как бы такие векторы развития, которые не может увидеть, ну, там, обычный человек, обладающий обычными способностями. И в этом смысле, так как, ну, опять-таки, вы тоже знаете, на сегодняшний день существует такая наука, как поведенческая экономика. И мы хорошо понимаем, что люди очень часто принимают решения нерациональные. И на самом деле для принятия нерациональных решений тоже уже написана теория, есть теория Канемана и Тверски, которая называется «Теория перспектив», собственно, и за что они получили Нобелевскую премию, вот, которая как раз изучает те самые механизмы принятия человеком нерациональных и невыгодных для себя решений. И, собственно, учесть... Именно поэтому здесь сказали о слухах, mm-hmm. понимаете, да? Вот. И в этом смысле учесть и эти механизмы, то есть вот все дело в том, что поведенческая экономика и теория перспектив говорит о том, что человек нерационален, но нерационален систематически и повторяемо. А если он нерационален систематически и повторяемо, то и такое поведение можно предсказывать. Mm. И поэтому к вопросу о слухах как раз, это как раз ровно об этом. То есть здесь больше был упор не на то, что он принимал решение в связи со слухами, как, опять-таки, в фильме было показано, как он сидит за большим количеством компьютеров, помните, да, в офисе, mm-hmm. и как, собственно, другие сотрудники тоже собираются там за его спиной и, собственно, смотрят на биржевые графики, на биржевые сводки, огромное количество сводок. Но кроме этого... Он еще знает, ну, понятно, потому что у него есть такая способность, огромное количество информации, которая может привести к нерациональному принятию решения. А это как раз те самые слухи. Фильм многие критиковали за отсутствие некой морали, якобы без сверхтаблетки человек никто. И на примере многих персонажей в фильме, которые достигли многого, да, один из них как раз умер во время фильма, и они не заключили сделку. А как вы считаете, согласны ли вы с этой идеей и вообще такой критикой к фильму? Ну, понимаете как, это идея создателей фильма. И как бы говорить о том, что там в любом фильме обязательно должна быть мораль, да? И вообще, опять-таки, что такое мораль? Может быть, как раз тут идея в том, чтобы заставить задуматься там, человечество. Да? Что к чему может привести, а если все такими будут, вообще порассуждать, да? Что в принципе фармакология активно развивается, это все видят, тем более фильм, по-моему, 2011 года, то есть он не то чтобы вот прям
сегодняшний. Да. Не, он, конечно, современный, но, тем не менее, сегодня при том ритме жизни, который у нас, и при тех изменениях, которые произошли там, за последние те же 20 лет, да, или за последние даже 10 лет, они колоссальны. Вот. И здесь, конечно же, собственно, говорить, что, ну, на самом деле, конечно, это тоже, мне кажется, художественный прием, потому что все ожидают, что должно быть какое-то наказание, да? А тут вдруг возникает когнитивный диссонанс. Он нашел способ создать там, вот эти лекарства, да, и слезть с крючка там, предыдущих авторов и предыдущих, там, ну, предыдущих собственников. Да, и самостоятельно и дальше, в общем, двигаться в том же направлении и использовать это для себя, лично для себя. Вот. И здесь, конечно, как бы нет морали, но это абсолютный когнитивный диссонанс. И об этом вы задумались. И задумались те, кто пишут, а где здесь мораль? Да? Это заставляет задуматься. И на самом деле, может, в этом есть еще тоже задача искусства. Иногда заставить задуматься. В целом фильм? Ну, смотрите, это реально он хорошо сделан, и это реально интересно. Его интересно смотреть, то есть он сделан очень там профессионально. Вот. И главное, что вот опять-таки действительно он заставляет задуматься, а, собственно, там, надо ли вот это человечеству? Но другое дело, что опять то, что мы говорили, это все равно фантастика. Да? И даже то, что я вам говорила, на самом деле вопрос не в том, чтобы задействовать огромное количество там, нейронов, да, в работе и расширить. И вот у нас все работает в мозге. И на самом деле главное поддерживать вот эти связи, и на самом деле главное поддерживать умение концентрироваться на там, определенной деятельности и именно вызывать работу определенных групп функциональных групп нейронов, которые отвечают именно за эту деятельность. Но при этом очень правильно, если этой деятельности будет очень много разной. Ну, последовательно, не одновременно. И плюс очень важно, чтобы была новизна. Вот на самом деле тоже же очень часто сегодня там, рекомендуют, говорят, что вот, там, людям старшего возраста, вот, чем был ковид, вернее, даже не столько сам ковид, сколько ситуация такого локдауна, значит, ну, тяжел для людей пожилого возраста. Да? Очень важно для того, чтобы сохранить нейронные связи, большое количество впечатлений. То есть люди должны гулять и видеть, там, слышать шум леса, листвы птиц, смена, вот должна быть смена картинки. Все время должны быть новые визуальные образы, которые стимулируют работу мозга. Они в любом случае стимулируют, потому что, попадая через глаза в мозг, да, происходит эта обработка. Поэтому очень важно, чтобы у людей было больше впечатлений. Опять-таки, вы, наверное, тоже, может быть, думали об этом когда-нибудь, а может быть и нет. Я так об этом много думала, что пожилые люди за границей, да? Да, вот у них вот эти все путешествия бескрайние. То есть вот, наконец, а они же очень преклонные. И я помню, как, когда мы начали вещать, как мы вообще были удивлены, ну, то есть, когда там на танцполе бабушка с дедушкой, которым около 90 лет, прекрасно двигаются. Да? То есть, вот это абсолютно необходимо для того, чтобы сохранить наш мозг. Ну, если, конечно, не произошло какой-то болезни. Вот. И на самом деле этим надо заниматься заранее. На самом деле наш мозг там перестает, ну, условно, там развиваться и связи развиваться где-то к 40 годам. Ну, вот совсем, да, и после этого вот точно уже начинается, как, если до этого идет процесс оптимизации, как вот говорят ученые, то после 40 лет идет уже процесс дегенерации. Вот. И очень важно в этот период после этого вот это вот большое количество впечатлений разных, смена обстановки для того, чтобы именно сохранить активность, активная жизнь. Все равно активная позиция, активная жизнь. И все время возникновение новизны. Вот. При этом здесь тоже всегда такой, знаете, как бы вопрос естественный возникает. Ну, ведь вот говорят же, что там кроссворды, да? Всякие такие тренинги сейчас много в виде компьютерных игр. Вот надо понимать, что мозг тоже наш все-таки очень хорошо отличает игру от действительности. Нам нужны реальные впечатления, а не только там нарисованные. Спасибо вам большое, Наталья. Спасибо, что пришли к нам в гости. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.